But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Камера, мотор. День перший. Ми виїжджаємо до Києва. Саня, де ти знаходишся? Я нахожусь на... Витрука 4А, он написано. Да, це будівельні матеріали Янчука. Будівельні матеріали. А куди ви направляєтесь? Скажіть, будь ласка. Ми направляємося в місто Мінськ. До сябра. А ну розкажіть, через які города ви будете намічати цю поїздку? Ото ми з Житомира тоді виїжджаємо і їдемо до Києва. Там з Києва до Чернігова, якщо доберемося. А з Чернігова до Гомеля. Хавки взяв? До банів, так. Да. Хавки оцілий пакет. О, коса. Він ще у нього пакет. У мене теж тут такий мега-пакет. О, то спасибо женщині за хавку. Сябров з Гомеля ми поїдемо до Сябров у Мінськ. Надіюсь на зустрічу. Сябри, це, надіюсь, не оскорбительне для них? Сябри, це друзі. А, ну тим більше. Все, я зрозумів. До нових зустріч у Києві. Гарної дороги нам. Що ти посадь хочеш? Ага. Там закрито, видиш? Так ще рано, якщо поперед їх 8.30 відкриваються. Блядь, іди он гайцам за шиворот там носи, блядь. Можна на ту сторону перейти в лісок. Ну що, ми знаходимося в файному місті Києві. Ну он теж 8.30. Ми заїхали за скільки? За час 15, так? Нормально. Короче, ми направляємося на Лісную і піздуємо на Чернігово. Тоже варіант. Все, Аліс. Ти себе сніми. Сніми, себе сніму. Йо, чо? Куда ми на Лісную? Да. Да. Так подожди, Саня, ти будеш сад, ні? Так, а где? Так, закрито, чувак, куда ти ж? Ну, блядь, в метро пусть на рельси посид. Город Чернігов.
Ми сіли в 12-ту маршрутку, їдемо на вокзал. Файне місто Чернігів. Саня, який мост? Мост, який був би, а правда, шикарний. А я не бачу. Та ти, блін, ти навіть Чікінхат не бачив, не бачив Чікінхат. Чікінхат? Да. Дивіться, оце город Чернігов. Можна слышати, можна переїжджати в Чернігів. Магазин Кузя, в мене сусід Кузя, йому покажу. Ви Макдональдс, є Макдональдс, все шикарно. Такі є. Магазини. Ну, коротше, чим це похоже на життя. Так слышиш, і вокзали рядом. Перед каждим, що в Житомирі, що в Чернігові. Есть Ивановка за 10 км. Да, у меня же, кстати, дача Ивановка. Дивіться, який Макдональдс, як амфітеатр. О, люди. Амфі-Макдональдс. А ти не спросив довго їхати? Я не думаю. Ясно, понятно. Заканчуємо наш репортаж. Центральний Чернігівський ЖД вокзал. Ми хотим посадки, не можна нигде знайти. Тут нигде не візитка, кличка висі. Висі? Есть довідка, можна спросити. О, вот оно, вот ме! Пасим, давай! Оп. Да мне это завтра уже достало. Чернігов, Гомель, Чернігов. Наша карета. Доллары-рубли, евро, доллары-рубли. Белорусские рубли. Билетики. Так, водичку, о, яблочки. Мне 0,5 есть, я тебе дам. Ну что, там билеты не спрашивать сразу? Протоколу взять купить. Возьми. Да, я ведь. Вон же шларок. Саня, что ты думаешь? Какие у тебя будут впечатления от этой поездки? Думаю, замечательно. Как ты думаешь, как будет ситуация на границе? Думаю, они дадут нам формы миграционные, мы заполним и поедем дальше. Ну, будем надеяться, Саня, в добрый путь. Панчук, что ты знаешь о предстоящей поездке? Как ты думаешь, как мы переживаем границу? 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 Да. Дело житейское. Да. А мы собак не спустили, а так. И говорит Лука. Так, мне кажется, даже здесь нельзя такое говорить. Ты не видел, автобусы белорусских номера или наши? Не знаю. Короче, ребята, все, смертная правда. Ждите. У них запрещено концерт. Цель вашей поездки. Вот вы бачки магазины. Серьезно. Формы этой. Границы клюжины. Переломным пополам. Гитару шлю обосы. Пустыня. Просто передаю. Колющие, режущие, наркотики. Все сдают. Саня усу гоняет. Сложно все, блядь, в смысле, что ж такое? А что это за автобус? О, Чернигов? Да. Чернигов. Вот скажи, Паша, вы верите мне смерть? Мальчик. Ну как, ну конечно, будет, Христос воскресе, мы воскресе.
Не смейтесь, это же вы пойдете. Кто не знает, Бога там в дорогу. А дыра это рядом. А то плохо будет. Это воля. В чем смысл жизни счастья? Вот люди не знают, задавали себе вопрос. В чем смысл жизни счастья? И куда мы идем? Каждый день 24 часа все движутся. В какую сторону? Ада не рад. Задавали себе этот вопрос. Да? И какую вот? Если не знаем Бога, то только вам дорогу. Да? Знать Бога надо. Читать Библию матери, изучать тщательность, благословить. Чего я говорю? Мне совершенно не интересует ничья. Бог сказал, скажи другому, предупреди, благовествуй. А это последнее время. Библия сейчас доступная. Да и даром. Сейчас по компьютерах проповеди и полностью цитируйте Библию. Так что, если не знаете Бога, не интересуетесь им, то пишитесь кадры. А каждое слово за себя говорит. И я вот у вас не хочу, я вам говорю, что он есть. Это на 1000%. Правильно делайте. А? Правильно делайте, я тоже верующий. Верующий, да? Ну я говорю, ну и хорошо. Да, вера должна быть. Говорить людям. Вы думаете, легко говорить? Вот станешь говорить, глядишь еще раз, уже не могу. Люди не хотят слушать такого, не хотят задать тебе вопрос. Люди не любят, когда нас ставят. Если не ревнуй, мы были просто животные. Я пойду за очками. Увы. Чого хочеш долі, лепша якої долі, хліба, солі, чого волі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі, де народився своєї вёсці, де хрестився при дорожці, чим отвінчен кров'ю, потом, чим быть хочеш, не быть скотом, кров'ю, потом, не быть скотом, кров'ю, потом, не быть скотом. Вокзал. Оп-оп, милиция, оп-оп. Привет. Саня, расскажешь потом свою мега-историю? Да, потом расскажешь, мы пошутили на границе. Пуканы взрывались, блин. Ну все, скоро будет. Что за правило? Подсчет финансов.
Смотрите, какие мы тут тысячи льеры, блядь. Вот это 272 тысячи рублей белорусских. Тебе не устраивает. Нифига, там надо, чтобы 300, это мы можем принести ринг, и нам 300. Да. Ну да. Чтобы купить. А потом, чтобы их сдать, надо дать 320. Все правильно, как банки работают. То есть. 100. Иди посмотри на табло. Слышишь? Расскажи про пукан бомбанул, блядь. Я потом расскажу. Ну рассказывай, все равно время, блядь. Да не, более интимно не получится, нужно, чтобы все знали. Что ты натворил, блядь, на границе? Ну сейчас 10-20. 84, вы бы могли купить за 984, если бы заплатили 164 лимон. А вы купили что-то на 800? Блядь, я не могу. А что тебе не узвыкнуть? Я так же сам. Здесь смотри. 14 тысяч мощь. Пиво без перерыва. Ну, зайдем, пожалуй. Санек, ты сцишь? Или еще нет? Не. Что, идем, задолбал. Янчук, себя там находишь? Да, сейчас я буду. Давай. Лучший район города. А смотри, она тупо пустая, шаришь? Ручка черная, я туда. Доска зачета города Гомеля. У тебя хорошее преименование. Лучше предпринимать. О, Янчук, 100%. Я не знаю. Лучший район города. Поливай. Лучше высшее учебное заведение. Это не то. Что тут еще есть? Транспортная организация или нефтяной газовой отрасли? Лучший экспортер. Транспортер. Лучший район. Поливай, ёлы-палы. Это, блядь, только решает, поливай. Доска зачета. Хочешь сидеть, если ты запустил? Короче, погнали на набережную, блядь. Саня, Саня, расскажи, что случилось? Камеру смотри. С такими вопросами. Камеру смотри в камеру. Что случилось, давай? Подожди. Саня, быстрее, у меня там время мало осталось. В общем, спросили нас, куда мы едем. Кто тебя спрашивает? Не напрягай. Таможенный деятель. Таможенный деятель? Ну, я не знаю. Должностное лицо. Это в твоих этих, блин. Давай рассказывай. Интерпретациях, блин. Ну, в общем, спросили, куда мы едем. Я сказал, что к друзьям, а Дима сказал, что на концерт. Дима сидит рядом, все слышит. И Артем сказал, что тоже на концерт. И они сказали, так куда вы едете? Я сказал, что на концерт. Они сказали, давайте определяться, куда вы, к друзьям или на концерт. А я сказал, а Дима сказал, какая разница. И нас вывели и начали шмонать. Тут начало. Вот. Собака таможенный деятель. Хорошо, что не надо было раздеваться. Но все вещи обшмонали. Саня, почему у тебя такая, блин, вот эта тема, блин, про раздеваться, блин? Чувак, новые новости. В Киеве на Подоле пивзавод горит. Капец. Мне все равно, я в Белоруссии. Что ты в интернете делаешь, Вася? Да не я. Танька мне пишет. Как ты? Ты возбудился, когда к тебе пристало вот деятель? А, господи, как? Не, я наоборот, чуть, блядь, кирпичей не наложил. Типа, пукан придержал? Придержал, а вот Саня не. Почувствовал вот эту строгость? Мне вот так начала щипать. Строгость эта. Ну да. Хорошо, что она тебя не отшлепала. Почти раздела. Не, ну она такая, знаешь, заходит, снимает форму, у нее там все в латексе, и вот такая. Саня, какие у тебя бурные фантазии? Мне кажется, ты это должностное лицо должен был что-то с ним сделать, чтобы нас пропустили дальше. Да, сказать, что мы едем на концерт тоже, например. Мы, короче, сидим в кафе «Зубрёнок», пьем пиво «Литское». Там, по-моему, наши троллейбусы делают, «Литский», троллейбусный завод.
Пиво? Нет. Подожди. Они машины делают, или это? Лицкая. А какая разница? Давай, cheers. Вот они немножко этого информации на правах, не реклама. Покажи город. Вон там флаг Беларуси. Беларуси. И? Вот оттуда мы пришли. Они Беларуси. Я сказал Беларуси. Тут всякие тралики. Ну, асфальт зачетный, не то, что, блин, там УЖТ и т.д.т.п. Даже, мне кажется, в Киеве. Не, в Киеве такой же. Смотри, какая идет. Мне надо будет запикать, чтобы... И девушки тут нормальные. Снимай, что ты смотришь? Нас задолбал. Спешл по Янчук. Ганзя, сори. Ты... На видео такой раз, знаешь, она на потлатую, на стороне, она на потлатую похожа, шаришь? Не, ну лучше. Да. Так снимаешь, а на видео уже ничего по той стороне. Это как в фильме, помнишь, «Любовь и голуби», там дедок уже через речку такое же, только уже штанину вытирает. Так что, ребята, приезжайте. Мы сегодня на свадьбу. Шикарно. Вы попали на свадьбу. Тагоми. Тагоми. Это Гомич. Но я думаю, в Минске будет не хуже. Запикаешь. Запикаю тебя. Мишны. Так взлекалось. Так капец. Так взлекалось. А, это типа часы. 6 часов. Капитан. Он возьмет дом с трейлера. Посмотри, блядь. Блядь, давай исходим пушку. Пуханы. Пушка, блядь, блядь. Вот как пушка. Давай, блядь, давай. Долбали? Сюда, блядь. А ну себе, блядь. Идем. Что вы так быстро смотрите? Ну ты именно. Я только видео начал снимать. Так, сними видео, смотри. Сучка. Вкусняшка. Ай, все не получается. Вот. Да все, отвянь. Я красоту снимаю, не твою, блин, жижу. Артем снимает. Что это за речка ходит? Гомер Ирпень. Тайтарю. Шо-шо? Красный, да. А эти парни называются красные. Покрас. Ну, неправильно, водичка, вон там парни, это как. Настолько напомнило Амазон. Вот так, чувак, вот это там самый пейзажный будет. Слышишь, там, когда проезжали него? Да я помню. Там реально было похоже на Амазон. Брест. Можно на катере в Бресте. Можно и в Житомир поехать. Если хорошо захотеть. Мало будет.
Як гарно йде. Багато. Ну, то там якийсь банкет внутрі. Так, котят. Ой, як блима. Крейсерская. Та я не був. Я просто складаю, потому що они по всей являются. Сьогодні кое число? 25? 25. Сколько сейчас время? 22:19. Мы уже засрались нафиг. Ждем конченый поезд. Чтобы, блядь, ужраться и спать. Во сколько поезд? 23:40? 38? Ну где-то так. Еще, сука, ждать час, блядь. На деньги не влазил. Саня, мажор, блядь. Да, блядь, у меня он еще в кармане, блядь, куча порванных денег. Ёб твою налево. Пизда, куча, блядь, макулатуры. Сука, блядь, еще можно сделать? Печку, блядь, какую-то школу изменял, дешевле, чем угодно. Где-то так. Знаєш, як у нас на базарі в Житомирі, типу, блядь, долари в рублі. Саня, виходи вон там, долар в рублі. Лёд. Я, кажется, понял, почему у них нету, блядь, мелких белорусских рублей. Понял? 50 копеек. 50 копеек. А сколько? Какие 50 копеек? 40 копеек. Вообще понты. Ну да. Смотри, блядь, чувак, у меня такого в жизни не было. Не. Сука, не закрывает. Саня, найди нам поезд, блядь. Ну, походу, вот. Сейчас они... Та наш женский вроде. Гамно. Саня, прихорашиваемся. Ну ты, блядь, всякие хашима ездят. Тише, блядь, тебе порежут нахуй. Твой пауэр, блядь, да? Нас тут, блядь, мега друзья, блядь. Только зря не без коней и прочих там своих юрт. Просто-напросто надо выключить. У Янчука супер-мега-место. Супер-мега-место, я учиню теперь. Ляхом типа... на ту сторону и не морочь голову. Да, вдруг никого не будет. Вдруг не будет. Скорее всего, и не будет. Саня, что ты думаешь? Мы сейчас похаваем, ляжем спать, и пошло все нахуй. Да, я уже вижу пауков. Янчук, ну сядь. Все, я почти. Все, задолбал. Садись уже. Давай будем жрать. Все. Спокойной ночи, малыши. Yeah.
холодные пледы. Так, подожди, белье забирает. Да здравствует город Герой Минск. Пасантре. Наконец-то. Настроение улучшается с каждым метром. А то. Ну, погнали гриться. Какой ты мусор там? Попускай. Саня, расскажи, що це таке? Це зал ожидання Мінського ЖД вокзалу. Стрікальний плюс. Сразу время. Во мели втыкали, сколько мы? Полдня, наверное. Бля, я до сих пор поражаюсь на этом плане. А что такое? Мы там везде лагили, в парке лагили. Весь центр обходили. Но правда мы такие зашли, а как пройти там? Мы поезжали, типа, в парк такой красивый, на белый, да. Они говорят, да, она такая, вот прямо уйдете, вот, 5 минут. Да. Не трактора гацают. Так, а ну-ка, ребят, стрекнули, ёбло, я не вижу, чувствую. Так? Вот, да. Я рядом хочу сесть отдохнуть. На море, блядь. Ой, блядь, на губа у тебя не дура, не? Конечно, не дура, сколько зарабатывает. Мы поехали. Пока ты своя жизнь нет. Ну понятно. Да ладно, я сам опустил тебя. А, ну вот. Я в июле. Что, у меня же отпуск, блядь. Yeah.
1900, как всегда. Нам на ту сторону, да? Вот так вот я раз попал на крастерский концерт и видел такую. Да? Да. Чувак без зубов такой весь в нашивах, блядь, дружные штаны одни из трех машины. Там такой вообще... Как у него, блядь. Не, у меня это такой детский. Да там, короче, стоит труп, блядь. Бабища такая же вся сальная, немытая, воняет, блядь. Играет, блядь, баклажаны, вот прям клешнями её так жрут, блядь, и хлебушек ломают, блядь, на бордюре сидят, блядь. Бывает. Я такого трусного не видел. И у обоих во рту зубов, блядь, как у старого рояля, блядь. Белое, черное, белое, черное. Главное, что они нашли друг друга. Yeah.
Дівчина стояла, бідний дівчина стояла, русаву косу чесала, русаву косу чесала. Бідний дівчина стояла, русаву косу чесала, русаву косу чесала. Били, били, били в фото, підбили, били в фото, щоб не була я дівкою, щоб не була я дівкою. Підбили, били в фото, щоб не була я дівкою, щоб не була я дівкою. Ой, косиш, косиш. Как же приятно вдвойне слушать это от белорусов. Ой, косиш, косиш, неправильно поёт. А нам сюда. Мене. Ой, косиш, коси, ви моє, нащо згубили ви мене довго. Браво! Браво! А ще слава, слава Білорусі! Thank you.
Добрий ранок. Дорога додому. Та не снімають, я так говорю. Хтось добрий ранок, хтось ще спить. Ну таке. До мене ще скільки виходить? Це часа півтора, так? Час. Ні, ну скільки зараз? 12? Ну, блін, що півтора? Без 22 ми приїжджаємо. Ну таке. Лес далеко. Ага.